Олохо, товарищи, с вами Суперген, и сегодня мы продолжим проходить игру, которая называется The Walking Dead New Frontier. В прошлой части мы с вами остановились на том, что мы приехали до свалочку, и тут ищем бензинчик. Мы с Габенчиком перелезли через через квадрат и ищем бензин. Эй, глянь, тут упаковка даже не разломлена. Вау, вот это nice. Хороший улов, а я это не заметил прям, классно. Хорошо, давайте вместе сольем бензин. Как бы никто нам не господин, мы сами себе хозяева. Давайте сначала посмотрим, что внутри машины, а потом уже будем сливать. А то я сейчас начну сливать, оттуда выйдет дядя врач и скажет: «А ну-ка ты, петуханчик!» Черт, заперто. Все же в баке может быть бензин. Типа, что ты сливаешь у меня? Я тут живу. Какой-нибудь Василь выйдет, значит, ругать меня за то, что я сливаю бензин. Черт, заперто. Ну, ясен красен, естественно. Ой, выпытывать, серьезно? Подойти к баку и говорить: «О, сука, отдавай мне свой бензин, тысяча чертей!» Ты в лампы на после, ты мне сейчас, сука, весь бензин отдашь. Тык-т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 ык. А, нажать надо. Опа, вниз. Ах! Fuck yeah. Oh, fuck yeah! Ай, мужское занятие, ливать бензин. Прям настоящая Россия, как будто я живу. Может, это кого-нибудь Саранск, я не знаю. Я, конечно, не хочу ругать всех саранчан или, не знаю, саранцев, но просто рашка. Право, кто зашел или нет. Да себе кто-то время. Или это у меня уже дудосит, меня нет еще. А нет, нормально. А, он вливает пока, да? Ой, страшно идти куда-то, серьезно. Пусть он выливается. Так, с Габеном разговаривать бесполезно. Давайте посмотрим, что тут. А, тут сюда не уйти, поэтому давайте сгоняем туда. Сейчас я выхожу оттуда, а там зомбарь. Привет, Тоби! Черт, естественно! Привет, Хавьер! Вот, давайте. А ну-ка, иди сюда, дорогой! Зэк! Давай-ка! Тут раз... Почему Кью? Почему не Е? Я уже готов, я уже доезжал. Да ладно, еще кто-то там будет сейчас, да? Это похоже оттуда. Да, правильно, надо сходить туда, посмотреть, вдруг там еще стадо. Гейб, не отходи от меня. Может, он, например, у бака лучше постоит, там кто оттуда выйдет? Гейб в это время хотя бы сможет постоять рядом и залезть обратно на ящик. Ой, бля. Вот это здрасте, добрый вечер. Вот 100% там живет какой-нибудь мусорный Джо. Разграблено уже давно. Да, это Джо! 100%! Все, мы сейчас к нему постучимся, он скажет привет. А вдруг там девочка? А если мальчик, то наша Кейт хотя бы будет секс. Серьезно. Ну тоже. Пока я... Ну, войти это потупиз? Заклинуться. Чем постучать можно туда или нет? Давайте заглянем. Сейчас будет скрибер. Бля, скрибер. Не надо. Может, получится пробраться через люк. А смотри, давайте осмотрим. Ведь весьма потрепанный. Ну, блядь, ясен красен. Все-таки апокалипсис, зомби. Там люди. Он стоит. Да понимаете, вот тут уже стоит за дверью, чувачок. Он уже стоит за дверью, понимаете? Я не знаю, записывает у меня курсор или нет. Я куда-нибудь стрелку тогда, если не записывает, бахну. Потому что записывает я сейчас нон-стопом. У меня первая и вторая часть уже нон-стопом идут. Я поэтому не посмотрел, записывает или нет. Поэтому вот где-то вот тут я бахну. Стрелочку, если ее тут нету. Вот там стоит Джо, понимаете, мусорный. Он уже ждет нас. Нельзя в окно посмотреть другое? А, да, класс. Заперто, понятно. Можно выбить ее? Давай выпытывать будем. Давай, выпытаю! Не получится его вскрыть. Черт, возьми. Там доски слева есть, можно поломать доски. Я вот туда ж могу пройти. Чё туда не могу пройти? Чё, гонь? Да ладно! Что за тупизм? Габен, ты тут, да? Всё. Еще легче. Переместить! Все намного проще. Гениально. Блин, если тут кто-то поставил дощечку, чтобы никто не нашел дырочку. Это уже это не любопытно, это уже опасно. А Габену сказать не надо, да? Тут все, опасности пошли, ребят. ВСД, а все равно только прямо ехать можно. Какой ВСД? Давайте выпытывать. А, он открыт, ладно. Скрытный мужик. Нам нужно быть аккуратнее. Ну я открыл. Габен, давай-ка чекать. Ебать тут добра. Тут не особо чисто. Да какая хрен разница, тут еда. Наконец-то нет. Муэртос. Муэртос это мертвяк по-испански. Спасибо скинам. КСки, но будь осторожен. Блин, ну сейчас мы будем Муэртос, ребят, вы понимаете? Это не просто так пасибли. Понимаете? Если тут куча еды просто так. И матрас. Тут есть, тут люди. Тут 100% люди. Какой он удобный.
Да. И примерские. Ну, удобные и примерские. Классно. Как может быть удобным и примерским одновременно? Батареечки для бабы надо забрать. Для... как ее зовут-то, господи, Марьяны. Разбер... А! Кто будет в восторге. Давай, забирай, все. Бери. Красота. Все. Пока, стоп. Наша Марьяна будет счастлива. Послушать музончик. Да, без музончика, если ты именно меломан, и жить без музыки, это пиздец. Ты шутишь, что ли? К счастью для тебя, он не напичкан консервантами, что мог сохраниться сотни лет. Йогурток. Но сколько ты, что там хватит несколько недель. Понимаете, тут... Вот! Блядь, Марьяна, я... Ты что тут делаешь вообще? Ну сейчас фургон украдут, ребята! Фургон! Смотрите, потому что есть настоящий пудинг. Пудинг! Серьезно? Тут не только еда. Тут есть матрас, есть одеяло. Чей-то матрас и чьи-то одеяло. Вот, блин, первая умная мысль ее. Надо просто взять бензин и снова в путь. Тут небезопасно. Ощущение здесь самодельное, что-то странное. Если Муэртес нас как-нибудь окружат, да, то жопа. Отлично, теперь я просто в ужасе. Они мусорку окружат, и мы не уедем. От тебя одну ночь. Даже нормальный, пойдем на настоящие еды. Было бы приятно для разобраться, поручевать не в фургоне. Пожалуйста, ну, блядь. Надо приближаться, если оно здесь, нам нужно опередить его, пока не поздно. Ну нельзя тут оставаться. Забор усилен, все будет хорошо. Нас фургон украдут! Это наш не наш брат. Можно? Блядь. Оружие взяли? Давайте, хорошо, возьмем, давайте, одну дочь. Хорошо. Детёшки, шикуйте, только даже не лезьте, держите ушки на макушке, всякий случай, все хорошо. Сейчас оторвёмся. Да ладно тебе, дура, ну блин. Единственное, что я пугаюсь, это фургон украдут, и все, стадо нас не догонит, 100%, стадо было далеко. Давайте отдадим Марьяне. Теперь ты нас вообще не услышишь. Доброта, доброта! Ой, счастливые детские глаза! Что может быть лучше? А не обижайся! Не знаю, почему так всегда выходишь, так что я зла мачеха, а ты крутой дядя. Секси бэйби. Давай, мы можем на матрасе трахаться целую дочь. Я не думаю, что ты зла, всегда буду крутым дядей. Нам нужно, им нужно отдохнуть от фургона. Чтобы здесь они привыкали. Смотри, мы причем на четырех стенах, а не четырех колесах. Один, одну ночь, серьезно. Они не глупые дети, блин, серьезно. Да будь немного бензина, мы выезжаем отсюда через несколько часов. Баклажку собрать надо! И погоди, просто, ну вот что это, картридж? А, шоколадный батончик. Понимаешь? Она будет ждать этого от тебя. Да ладно, ну сама бы отдала, ну чё ты? Чё-то как-то это не придумано. Поспать, да? Баклажку же забрать там. Вот, блядь. Оп, вот, здрасте! Что ты делаешь с нашим бензином? Ой, бля! Вот, сдашь говно такое будет! Давай выкладывай, все. Пусть они меня убьют, а они убегут. Пусть остается вам, нам нужно совсем немножко, пусть останется. Забирайте, все, ребятки, идите так. Все, я просто сливал бензин, он ваш, все, и забирайте. Я думаю, что будет поздновато уже. Да, иди в жопу, братан. Не похож ты на одиночку, да я соло ММР поднимаю, идите в жопу. Я знаю, что с тобой еще люди, они, бегите, пожалуйста. Они вернутся, они уехали, все. Они ушли больше и не вернутся, все. Они меня бросили! Вот так вот, бросили, тебе свалили, да? Все. Они меня бросили. Рассыпаться и искать остальных. Лонни, ты со мной. Ух ты, Лонни какой, а? А вдруг это тут Ника, которого я оставил? А если бы я его убил, Лонни бы не было? Нет, Ника, я не верю, что это ты. Он похож на меня. Эй, вы жопы с ушами, у меня тут ваш парень! Если хотите застрелить, выходите немедленно с поднятыми руками. Если бы мы выходили, мы все равно бы забрали баклажку и уходили бы и нарвались бы на них при любых обстоятельствах. Поэтому хорошо, что мы остались здесь. Поэтому пусть они там сидят лучше. Серьезно. Открывай, но медленно. Там люк есть, они в люк могут уйти. Выкаблучивайся, парень. А тут ничего, тут такие фары. Хорошо. Медленно открывай. Все, они ушли в люк. Молодцы, ребята, вы лучшие. Я обожаю вас.
Марьяна, ты умница, просто! Гениально! Отлично. Успокойся, братан, тут видишь, они все бросили меня! Я одиночка, меня все бросили, как обычно. Похоже, вы с дружками тут славно попировали, а? Я йогурт один скушал, отстань от меня! Я голодный, я все съел. Да. Один. Да Путин хотел открытый, ты что, дурак, что ли? Не могу сказать, что у меня проснулся аппетит. Я не жрал все. Умеешь зубы заговаривать, я гений. Я крутой дядя. Слежу за каждым своим словом. Естественно, я пошу. IQ больше, чем у тебя. Я все понял. Конечно, ждать тебя хода. А кому нет? Ты на крыше смерти, я решил, что вдруг напал золотую жилу. Добросовестное заблуждение. Только у меня есть такое предчувствие нехорошее. Ай, больно! Не надо. Что ты мне мозги паришь? Нейт! Как-то в тот раз нас доехали какие-то ублюдки. Проследи за этим ушлёпком, я схожу за наручниками. Я сделаю. Лонни, не надо, ты ж хороший мужик. Остынь. Отпусти меня, братан, ты хороший, у тебя татушка на шее, давай. Нет. Ну, блин. Послушай, это не обязательно. Ты хорош. Блядь, ну что за шум нахрен? Вот курящая мразь, блядь! Что ты прячешь, приятели? Там кошки кашляют, больные, не надо их трогать! Если ты ждешь, выкладывай! Я предупреждаю, там... Это труп, понял? Не шути со мной. А, блядь, жопа мне. Зря я это... Умираешь, Лонни! Не-не-не-не-не-не, ты иди нахуй! Убирать, братуха, пока. На, мразь, до свидания. Все. Убей его нахрен, бля, дурак. Зачем ты пекаль выбросил? Это ходячий. Он на меня напал. Я защищался. Это чисто защита. Это защита, брат. За что ты придется расплатиться? Он на меня напал. Бляха-муха. Он сам напал. Ну что ты, подлина говяная, ништанные кости. Лонни сам решил на меня напасть. Этот Ника хотел меня трахнуть, а я защищал свое очко. Честно, наше-тое. Все, меня посадили. Какую-то... В аптечку меня посадили, да? Машины скорой помощи. Наручники, да? Ох ты, ты кто? Моя семья, где они? Что ты сделал с моей семьей? Ведьми, братуха. Он не ответит. Да ладно, то что ты сделал, то что я притворил, что ты еще спишь. На твоем месте не стал меня давить. Ты послушаешь, что ты себя привел образом на своем месте. Я хотел бы пустить пулю в такое, что ты сделал с Лони. Ладно, будешь болтать, и мы понимаем логично все. Понимаешь, к чему я веду? Я тебя убить здесь могу, братан! Ты старый алкаш какой-то с татуировками! Пожалуйста, я должен тебе верить. Мы просто играли. Еще слово, я тебя усыплю. Да ждет дело, и я не собираюсь. Какое дело? Все ты меня... Еще ждет дорога, я не собираюсь. Вот, падла, я тебя рукокошу. Что? Еба, до свидания! Да остановись ты, ты бляха-муха долбоящер! Какой ты конченый дядя, ё-моё. И сдох еще, твою мать. Дебилоид, какой ты дебилоид. Я просто охреневаю с тебя. Давай живее! Убей его, на, убей, убей, убей! Kill him! Вообще, оба два сообразительных типа. Убей его, убей его, убей его, убей его, давай! Эй! Эй! Все. А что это? Пусть бежит. Вали. Серьезно. Он расскажет, конечно, но, блин, тут 100% какие-то зомби есть, они могут нарваться, я на них нарваться могу. Вот, блядь, здрасте, кто? Клементайна. Я узнал ее ручонку. Блин. Да. Хорошо, давай, убивай все. Клементина хорошая. Это хорошо, просто посмотри вперед. Пожалуйста, помоги мне! На всем нужно. Зачем я это сказал? Это очевидно, блядь. Зачем я это? Я дурак! Какой я дурак! Блядь, как вы здесь бежать? Не верю, что она спасет вас. Привет, Клементина. Я тебя не буду трогать.
И нахрен. Хорошо, теперь давай без глупостей. Да я не буду делать, успокойся. Потому что я не такая любезная, как ты. И раздумывать не стоит. Да я знаю, что ты не любезная. Я играл за тебя. Ты ребенок. Я хороший, чувак. Погоди, ты это сделал из дерева? Я пытался остановить грузовик. Черт. Чем тебе грузовик? Чтобы уехать. Тут гениально, ладно. Подними руки вверх и закрой глаза. Закрой глаза. Не надо меня убивать. На самом деле, все жертвы. Вы все жертвы. Я знаю, что просто можно грабить. Ах ты падла. Это плата за твое спасение. Нет. Это для моей племяшки. Она любит шоколад больше всего. Я тоже шоколадку люблю. Обещал ей, пожалуйста. Ты хорошая баба, я знаю, не надо. Открывай глаза и считай до 100, потом как уйдешь. Просто, моя семья должен вернуться к ним. На нас напали. Мне нужно знать, где я. Я до мусорки бью. Мы съехали шоссе 522, проехали сгоревший супермаркет, а потом нашли говно какое-то. Мне нужно вернуться к ним. Я знаю, где это. Ты сказал, что вы ехали, да. В нашем фургоне, да. Я отвезу тебя на свалку, если ты отдашь мне фургон. Все равно, по-любому, я в соло туда не доберусь, и Клементина мне поможет, если что, я с ней сдружусь, и мы с ней вместе поедем, и будем, да, потом веселиться. Гениально. Это правда не выходило? Я не знаю тебя, я не доверяю тебе, я не собираюсь рисковать. Это правильно, молодец, все. Я не виню тебя, все правильно, молодец. Рад, что мы друга понимаем. Да все правильно это делает. Меня зовут Хавьерка. Отлично, меня зовут Хави. Клементина. Nice to meet you, Clementine. Этикет. Это этикет, дура! Меня на уроках русского языка учили этому в универе. Простой этикет. У меня почему-то в носу пахнет кровью. Мне плохо. Я так обрадовался, увидя Клементину. В ее ответственности я картиночки не буду показывать, потому что интернета нету. Понятно. Почему, когда я захожу в игры в Steam, у меня выключается интернет? Что за бред? Привет. Помоги мне, пожалуйста, я связан. Пожалуйста! Ох, красавица, молодец. Да хорошо получается. Да она уже миллион их убила. Ну уже пофиг. Слушай, ты хочешь talk? Говорить? Не надо. Ну может отдашь мне пушку, чтобы я смог защитить себя? Она сама может защитить. Да я, блядь, не буду в тебя стрелять. Я даже не стал стрелять парня, который меня связал. Но я знаю, что ты об этом думал. Ну блин, все об этом подумают, когда у тебя пистолет, стрелять или не стрелять. Если бы ты взял пистолет и думал о конфетах в это время, это было бы намного страннее. Муэртос, статуя так дала нас. Всё, жопа. Вот это быстрый Муэртос. Амигос, turn around and go away, please. Янки, go home. Муэртос? Как ты их называешь? Ходячие. А те, которые бегают? Walkers, okay? Это все кривые ходячие, ясно? Just... Я просто не привыкла быть среди других людей. Что вы застыли? While, anyway. По крайней мере... Успокойся. Извини. Да блин, я ж по-другому сказал, ты конченый дурак. Ой, господи, что за хрень? Отвечай одно, вот говорит другое совершенно. Что за бред? So... А кто ты на этой свалке? Дети моего брата и его жена. А, его жена! Мечтаю так долго выживать. Но как тебе это удалось? Я трахнуть жену соседа хотел сказать. Не, по Фрейду. Так, я шучу, шучу, не хочу. Мы поможем друг другу. Все, я не знаю, что я хотел, мы поможем. Я ответил. Я не был один, моя Кейт помогла. Я ж нашел, мы поможем друг другу! Что-то она сделала большую часть работы. Жизнь здорово иметь напарника. Давай будем партнерами. Начнем с тебя. Нужно быть совсем маленькой, когда началось это дерьмо. Была. Некоторые люди обо мне заботились. Ли, Кенни и Джанет. Так случается со всеми. Грустнота. А что с Джен, если она одна осталась?
Говно. Вы не можете здесь оставаться. Но впереди есть город. Мы можем подождать, пока это все придет. Давай, отличная идея. Чего я должен тебе делать? Веди, все, хорошо. Клементина хорошая баба, я думаю, ей надо доверять. Спасибо. Не ставай меня жалеть об этом. О, все! Дружба! Плюс Sims! Все, понеслась. Это начало.